Так, я прохожу тестирование по квалификационному экзамену агент. Это тест-тренажер для самоподготовки. Вот. Так, первый вопрос я уже ответил. Второй вопрос ответил. Третий. Ну и дальше пошли под запись, чтобы сохранить, что я тут отвечал. Немножко вопросы, по-моему, отличаются от того, что я видел на подготовительном вебинаре. Что означает понятие кадастровый учет? Учет. Так, возможно ли признать сделку действительной? А, уклоняется нотариального. Да, вот частично, если выполнил. Формы собственности. Так, вот здесь я сомневаюсь, но, по-моему, вот так. Какой срок?
Здесь что-то я забыл. Тут либо 1 месяц, либо до момента устранения. Блин, а? На 1 месяц поставлю. В течение какого срока орган? В течение 3 дней. Так, обязательно нотариальное удостоверение сделки. За 2 миллиона рублей. Так, по 2,5.
Что-то я не помню такого вопроса, но возможно, что он был. Теряет ли залог силу? Вот этот вопрос я тоже не помню. Может быть, 1 миллион. А, вот. 1 миллион рублей. Или сумма, за которую ранее была приобретена недвижимость. Что-то вот здесь вроде бы понятный ответ, но почему-то я задумался.
Вот этот вопрос тоже не помню такого в подготовительных вопросах. Учредители совершают сделку и передают свои права и обязанности в отношении юридического лица. Может быть, вот этот? Так, вот я помню, что-то помню, что-то не помню. Вот на этот вопрос хотелось нажать один год, а потом срок, указанный самой доверенностью, или до момента отмены доверенности. Вот, по-моему, вот это.
Так, указывается ли в договоре отчуждения комнаты? В коммунальной квартире. А, размер доли нет. Такого вопроса не было. То есть на экзамене встречаются такие вопросы, что в подготовительных что-то я их не видел. Такой вопрос тоже не был. Попробую вот такой ответ.
О, так здесь ответы есть. Это классно. Ошибочки. Что-то у меня много ошибок-то, ой-ой-ой.
Так. Его территориальные органы. Да уж, ошибся. Ну вот, я еще и здесь, что ли, ошибся? Вроде мне казалось, что я это понял. Участники земельных отношений. А, собственники — это титул. Это титулы. А, вот я перепутал. Титулы и участники. Участники — это граждане, юридические лица Российской Федерации, субъекты и муниципальное образование. Так, вот по попечительству что-то я неправильно ответил. Так. А, правильный ответ — ограниченных судом дееспособности. А я выбрал признанных недееспособными. Ограниченных. А, то есть если ограничены, тогда попечительство. Так. Ну а где итог-то? А, вот, тестирование. Восемьдесят четыре, 91. Окончательный результат еще неизвестен. Так, ну вроде все, да? Почту ничего не пришло. Так, посмотреть баллы. Ну ладно, тогда на этом все.